Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Xenoblade Chronicles 2. И что бы вы подумали? Я вернулся к нему, я сходил перед этим в гостиницу, поспал, увеличил уровень, вернулся к нему и доделал то, на чем мы остановились в конце прошлой серии. Как вы можете наблюдать, мы получаем счастливое ядро. И заодно вон и прокачали немного... И себя, и Блейды, и всех на свете. Так, тут все ок, вот тут Драмарх получил. Кора открыла от себе третий уровень. Замечательно, что тебе тут надо делать? Использовать, неизвестно, использовать, неизвестно. Собирать... Блин, надо собирать хп поушена, это опять получается за нею бегать надо. Ладно. Хорошо, сейчас побегаем, значит, за нею. Все ради этого. Но изначально все начиналось совсем не для этого. Нам было нужно увидеть получение вот этого Блейда. В частности, его мудрость снапонов. Все затевалось именно ради этого. Мы получили Кассандру, которая явно вдохновлялась египетской культурой. Темный Блейд является танком, поэтому использовать ее-то мы вряд ли будем. Ну, вы просто посмотрите, какая она очаровательная мадама. Но, опять же, все было создано не ради этого. Да, мы тебя установим вместо Азами. Нам нужна мудрость. Что у нас по напонам? Есть, все. Мы можем отправляться в Аргентум, открывать то хранилище. Все ради Бориаса затевалось. Чтобы открыть ему второй уровень, вторую полоску. Там же в это хранилище надо еще вещи складывать. Далеко не факт, что у нас вообще есть вещи, которые можно туда складывать. Сейчас я потерялся в направлениях вот сюда. И бегать надо еще за Кору, чтобы собрать зелья, которые будут выпадать. 15 штук соберем, и можно будет вернуться обратно к управлению Рексом. Так. Вот это самая дверь. Мы пришли, и мы готовы. Да, ура! Наконец-то все получилось. Хоба, и мы в хранилище. Так, все, у Рекса надо забрать Кассандру. Потому что ей тут не место. Там, да, там у нас куколка Азами остается. А по поводу всего остального... Так, а с этой стороны нам дверь никто не откроет? То есть все, что мы теперь должны делать, это входить изнутри. Так, короче, нужно теперь для Бориаса сюда еду таскать и складывать, чтобы он мог ее пожрать. Ну, давайте. Этот процесс явно не быстрый. С учетом того, что эта полоска заполняется не то чтобы шустро. Ну, все, что есть, все туда сложим. Жалко, что ли. Ну, так вот у меня есть подозрение, что нам сейчас этого не хватит. Да. Может, там еще есть что? О, да, да. 3 штуки есть. Вы издеваетесь. Нам не хватило одной штучки? Серьезно? Ладно, мы сейчас сходим. Наверняка в Аргентуме же тут должны быть. Рядом с гостиницей торговцы едой. Сейчас посмотрим. Может, как раз что-то из их ассортимента и получится.
запихать в него. Так, что тут поедим? Все возьмем, уже не будет. Так, мы это в тот раз вот в этом в сундуке он больше рыбных блюд пихал, как мне показалось. Да, вот это и нет, вот минимум что-то одно. Вот теперь точно нам должно хватить. Возвращаемся обратно в хранилище. И сейчас мы сюда это дело припаркуем. Все. Во, смотрите, мы получили второй уровень для Бориаса. Замечательно. Так. Нам надо продолжать туда все складывать. Еще долго. Долго и упорно. Ага, чтобы эти штуки, это надо попробовать разные виды еды. И в гостинице с в гармоте поговорить ради того, чтобы увидеть диалог по душам. Так, ладно. Раз уж мы занялись прокачкой Бориаса, значит, сейчас уделим немножко этому времени. Так, сюда надо десерты складывать. И у нас ни одного десерта, который сюда можно было бы сложить. Интересненько. Ну ладно, с другой стороны, сейчас мы откроем ему хотя бы все способности. Вот так вот, одну за другим. Раз. Правильно? Я же правильно понял, что он от нас хочет? Да. Так. Рыба, сладости, напитки, овощи, мясо. Угу. Ну, все виды еды. Значит, это есть. Теперь овощи. Мясо. О, Драмарх любит мясо. Неожиданно. Так, рыба. Рыбу любит сама Ния. Ну, она же котик. А, вот почему нам нечего класть. У нас нету ни одного десерта. Понятно. Я не знаю, как так получилось, если честно. Сейчас попробуем исправить. Вот. Это мы все открыли. Так, и в гармоте, в гостинице с ним поболтать надо будет. Но это сейчас... успеется. Сейчас давайте сходим сюда в магазы, посмотрим, что в ассортименте десертов есть. Может, мы сразу ему откроем третий уровень. Ой, а тут какой-то квест. Здорово. О, как раз сладостями приторговывают. А, денег нету. Сейчас сделаем деньги. Вот эти всякие однозвездочные аксессуары поздаем. Секонда. Потому что носить однозвездочное мы точно не будем. В конце концов, мы себя не на помойке нашли, чтобы такое носить. Поэтому... и все потратим на сладости. Господи, я как будто играю в симулятор своей жизни. Так, а, денежка все. Так, сейчас, спокойно. Мы не закончили, значит, продавать. Потом, кстати, надо будет проверить обмундирование персонажей. Может, мы что-то кому-нибудь можем заменить. Ну, вот мы уже и трехзвездочные, и двухзвездочных много набрали. Так... да, блин. Ладно. Пока хватит. Так, для начала... для начала мы что-то одно скормим Нии. Кстати, Синапон, вот этот ролл, там у нас же кто-то хотел. Кто-то давал нам квест на него, я помню. Но это не важно. Сейчас самое важное — прокормить Бориаса. Так. Идем в хранилище. Вот. Теперь мы можем заполнять их. И теперь мы, в принципе, знаем, что ассортимент из магазина здесь же поблизости нам подходит.
Ща мы все сделаем, ща все порешаем. Все упирается чисто в деньги, но в конце концов что-нибудь да напродаем. Так, у Буриаса третий открылся ряд. А, ну здесь маневр такой же. Всего по... А, нет. Теперь надо по 4 раза скормить ему каждый вид. Пообщаться с напонами. Ага. А доверие увеличивать ему надо вот здесь. И вот здесь. Хорошо. Так, ладно. Дальше, что у нас? Что ты хочешь? Овощи хочет. Сейчас напихаем ему сюда овощей. Так. Готово. И вот так. Сейчас Бориас у нас будет самым прокачанным. Угу. Ну и тут то же самое. Так. Ага, теперь надо напитками забить это дело. Оу, по одному, серьезно? О-хо-хо, это будет очень долго. Нам надо купить 100 соков и 100 других соков. Ладно, вот это точно сможет сейчас какое-то время подождать, я думаю. Сейчас. Сейчас тогда мы займемся немножко прокачкой. В итоге мы скормили Бориасу большую часть своих запасов. Мы ему открыли практически все. Вот здесь мы ему не открыли 4 мяса, потому что у нас кончилось мясо. Ну, здесь надо разговаривать с напонами. Вот здесь мы сейчас сходим, посмотрим этот хард-ту-хард. С доверием все понятно. И вот сюда надо покупать напитки. Но опять же, это может подождать до попозже, я думаю. Наверное. Так, сейчас нам надо отправиться в Гармот, в гостиницу. Раз узнаем, что нам там Бориас сообщить пытается. А, нет. Так. У нас не хватает денег даже на поспать. Сейчас продадим тебе что-нибудь. Я даже не знаю, что... А, вот эти штуки мы тоже можем продавать. Потому что однозвездочные мы не будем использовать вот 100%. В принципе, я тут сейчас это сейчас все продам и резко миллионером стану. В итоге мы продали все относительно ненужное. Теперь мы хоть поспать в гостинице можем. Ну, тут даже Ния и Тора захотели уровни поднять. Тоже полезное дело. Ракс опять отстает от них. Ну, а что поделаешь в данном случае? Это его личный выбор. И жизненная позиция. Так. Бориас что-то ест. Максимально ненасытный Бориас. А куда Бориас делся? О, вот тут? Этого тут раньше не было. Да.
some impacting you away. It's no good. No good? What is no good? I'm just not in the mood to eat the food here right now. Ему не хочется здесь есть. No. It's just no good. I wanna go somewhere. Он хочет поесть где-то еще. If go all the way to Argentum now, Tora. Oh, it won't take that long. I'll just pop over and be back in the blink of an eye. Boreas is only one can do that. Come on. But I don't want it. Oh, calm down, you two. Потому что такой большой ребенок. What's your beef with this place? I wouldn't say I hate the place. They serve some pretty nice. Then what menu has big variety, so should not be problem. Listen, there's just nothing I want to eat here anymore. Очень привередливый товарищ. Он уже проверил всю еду. Всю еду, которую он съел, пока все спали, она была как раз отсюда. И он съел все, что было в меню. Интересно, а как он расплачивался? Put a tasty sausage at the finish line, and he'd beat the world's best. Boreas too fast for Tora. Tora cannot keep. Boreas справляется. Так, и мы ему открыли. О, сразу две. Сразу две позиции мы ему открыли. Что? А, это Little for Food. Так, ну тут понятно. А здесь надо разговаривать с напонами, но будем разговаривать по мере сил. В любом случае. Так, а мы же кучу всего продали, мы же можем мясо купить, чтобы его накормить. А то что у него там 4 штучки последние остались. В нее сумку запихаем 4 раза мясо. Да, это вот порой довольно-таки гриндельная история становится, когда ты по нескольку раз возвращаешься в одну и ту же локацию, постоянно перегружаешься, чтобы появился босс, или вот занимаешься вот такими вещами, типа накорми Бориаса. Но в конечном итоге испытываешь некое удовлетворение того, что здесь происходит. Так, тут у нас Корк вернулся с миссии. Как раз тоже в Гармоте был. Поблизости. Так. Сейчас мы снова кого-нибудь надо отправить. Так, нам нужна сила 15. Вот, у него есть сила 15. И он же и гуманоид. Так, а у нас кто-нибудь в деревьях и жуках разбирается здесь? А, народ. Так, вот у нас энтомологи. А вот у нас по деревьям. Вперед. Идите, займитесь делом. На 43 минуты аж. Так, вот этот квест взять надо, раз мы здесь. Блейдвес, боже, почему ты такая страшная? Что у тебя с лицом? Она пришла что-то купить, но не все распродано, или она не видит то, что ей нужно. Она хочет, чтобы мы добыли ей ингредиентов, и она у нас будет здесь ждать. Ну, когда-нибудь. Видимо, что-то из этого у нас уже есть, но при этом не все. А все, да. Наверное, пока шарится по миру достаточно. И надо вспомнить, зачем
все это было изначально. И нам нужно пойти доложить Морок о том, что мы узнали о местоположении Лайлы. Нас же, в конце концов, именно за этим послали. А мы отвлеклись на то, чтобы накормить Бориаса. Блин, а, напугал, откуда ты взялся? Джо, блин. О, мы Морардейну прокачали уровень, и там добавили новые миссии. Забавно. Так, сейчас он передаст информацию леди Морок, позовет ее для нас. I see. There was indeed once a factory there. However, it was abandoned some 30 years ago. Ну, про фабрику, брошенную 30 лет назад, говорит. We can't be certain unless we investigate. Говорит, что нужно ее исследовать. You. We won't do anything reckless. If it seems dangerous, we'll turn back. How's that sound? Если он, Рекс, уверяюсь, если увидит что-то опасное, то тут же развернется. It would be difficult for me to dispatch the military so quickly. Но все мы знаем, что Рекс не будет так делать. Если он видит что-то опасное, он тут же влезет в это подраться. Let me share what information I have found. There are rumors about town that an esteemed Nopon merchant is involved. Слухи ходят, что богатый напонский торговец замешан. Chairman Banner? Тот же, что и, видимо, в Гармоте распускал слухи про нас. We're currently searching the transaction records. If we find anything, we'll inform you. Pretty busy. С самого начала он нам ставил палки в колеса. I will head to the location myself as soon as I am able to mobilize some troops. All right, then. Так, а нам надо пойти теперь проверять заброшенную фабрику. Предмет. Наличие или отсутствие в ней. Так, да, нам вон туда надо. Ну, мы уже продрали себе путь вниз, поэтому мы отсюда теперь можем благополучно спуститься и постараться не сильно нарываться. Так, 81 уровень. Наверное, вот в эту сторону прыгнем. Экс. А, да, да, в смысле? В смысле 85 уровень, Ктерикс? А как вы мне предлагаете со всем этим справляться здесь? Так. Ауч. Каким-то образом нам надо спуститься. Так, чтобы не нарваться ни на кого. В частности, на Терекса 85 уровня. Вот зачем он тут летит? Вот я такой стою, и ты меня не видишь. Нет, 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 нет. Так, и по стеночке. Вот обойдем вот эту вот змеюку 82 уровня, чтобы нарваться на змеюку другой стороны. Так. Хорошо, мы пока живы. И нас пока никто не заметил. Вон та фигня 80 уровня ползает. Фигня 84 уровня. Да боже. Да черт возьми. Я надеюсь, что мы сейчас достаточно далеко убежим, чтобы он не успел нас атаковать. Ну, тут фигня большая. Большая фигня нас увидела. Очень интересно, на самом деле, как это все должно быть реализовано. Да, в смысле? Ну почему ты нас опять увидел? Эй, отвали. Пошел вон. Я вот здесь спрятался в углу, меня нету. Все, иди нафиг. Ну, вот прям совсем туда вниз залез. Нет у меня.
Он все еще летит за нами? Он что-то порхает. Нет, нет, нас тут нету. Шел вон. Вот что ты хочешь? Так, ну здесь прыгать вниз не вариант. А, он прилетел вот прям сюда. Мы будем просто в панике убегать, пожалуй. Я выбираю такую тактику. Ну только тут бежать просто некуда. Тут эти супер агрессивные твари, они даже шагу сделать не дают. Просто бегите в надежде, что от нас отстанут. И похоже, Птерикс-то нас там преследует до сих пор. О! Да, блин! Столько же нас отпустило. Что опять началось-то? Просто беги. Тут у монстра был Блейд. А, это еще и супер монстр, раз счетчик пошел. Кто-то, я думаю, там рядом с ним Блейд стоял. Блин, это проход к фабрике становится чем-то трудновыполнимым прям. Ну, по крайней мере... Ладно, будем снова пытаться просто бежать. Рано или поздно от нас отстанут. Я надеюсь. Просто пошли вон. Все вон. Так, там кто-то отстал. Нас кто-нибудь еще преследует? О, с какой-то... С третьей попытки. Пробились, блин. Возможно, катсцена нас спасла. О, Зика с Пандорией вернулись. Здрасте. Приветики. Your comic timing is exquisite. And you will address me as Zeek von Gembu, bringer of chaos, or Zeek, or the Zeekinator. Ну такие они, зайки. And what the hell is a Zeekinator anyway? You may have been lucky last time, thanks to a certain unstable cliff. But this time round, we meet on good old Terra Firma. If you think you can run from me a second time, you are quite mistaken. Nobody did any running. And anyway, Charlotte. What? You answer to that now? I've been wondering for a while now. But what's with a cutesy eye patch? I'm quite glad you asked. This eye patch conceals a power too great for mere mortals to comprehend. The Eye of Shining Justice. Под повязкой прячет глаз сияющего правосудия. Listen, Pam. I'm sorry, but we really don't have time to play with you today. So hurry on home, okay? What's this? Were you so frightened by our power that you wet yourself, furry ears? Did I what? You've got a lot of nerve, you one-eyed monster. Одноглазый монстр. Nia, you do know one-eyed monster usually means... Huh? Means what? It's... Mithra, why are you blushing? Все поняли, что такое одноглазый монстр. Ну, давайте подеремся с господином Зикинатором. Так, нам наша главная задача собирать скляночки, чтобы быстрее отделаться от пора. Под управлением имеется в виду.
Скляночка, скляночка. Мы не успеем, мне кажется, выдать третья бомба. Оу, это было больно. Ах да, я ж хилер. Я ж должен хилить всех. Оп, мы пробили его. Оп, скляночка. Неплохо. Так, раз скляночка, два скляночка. Четвертый спешл Бориаса. Симпатичненько выглядело. Земля, земля, электричество мы можем здесь при данном раскладе сделать. А что, если повезет, мы прям за конкретно одну эту битву все за кору соберем. Было бы очень удобно. Бум! Ой, мы сейчас сможем четвертое комбо сделать за нее. Оба. Просто такая girl power. Бум-бум. В принципе, у нас никто даже по здоровью не проседает, ай, особо. А где скляночка? Нету скляночки? А в принципе, там у него осталось довольно мало здоровья, поэтому мы можем просто взять и сделать вот так. Слушайте, а Бориас теперь прям совсем ощутимо неплохо дамажит. А, и все, и мы победили Зика. Все остальное уже чисто на бонус пойдет. Второй тут раунд даже не обязателен, это скорее тут уже чисто повыпендриваться.
потому что Зик уже погиб. Ну, побежден. Не погиб, конечно. Ну, 71 тысячу урона. В этот раз больше получилось, чем обычно у нас выходило. Ну, мы прокачались, это да. В прошлый раз мы виделись в Урае. В прошлый раз это закончилось обвалом, когда он завалился в обрыв. А в этот раз он уронил на себя гору. Она электрическая, поэтому не может ничего с камнем сделать. Вот теперь это точно отсылка на команду R из покемонов. Эти даже не вспотели, господа. О, вот и, собственно, Бана и Муи-Муи делают какие-то нехорошие вещи. Они что-то производят. Они изготавливают эфирные двигатели. Такой же, как внутри Поппи находится. Мой думал, что это все делается ради Сената. А Бана все это продает Торни. В конечном итоге все упирается в деньги. И плохие ребята ради денег готовы на любые подлости. Да и не только плохие ребята, любые люди. Надо просто понять, какая у них цена. Так. А мы продолжим перемещаться. Кстати, а вот этих крабов кому-то надо было, нет? Или мне казалось, что кто-то хотел, чтобы мы крабов этих поубивали? Нет, нет, нет. И нет. Кстати, а чё, что там по... А, еще 4 раза надо. Игр. Варвар. Нет. Ну, с Бориасом все понятно. Митра нет. Перун. Ну, Перун неинтересно. Тут все сделано. Тут неизвестно. Нет, тут все ок. Нам просто надо еще 4 зельица за кору подобрать. Друзья, вот здесь уже территория, где народ нашего уровня. Как так? Хочу докопаться. Нам ради 4 зелий за кору. Надо докопаться. Ибо нефиг тут стоять на полпути. Так, вот раз. Да, Рекс, это мое зелье было. В принципе. Так,
Эй. Так, хорошо. О, солидно. Вот это бум он выдал, конечно. Ну, Тора, это было мое зелье. Его кто-нибудь там собирается ронять? Я не понимаю. Зелье собрано, хорошо. Мне, по моим подсчетам, осталось еще одно. Ой, больно. Вот, мне кажется, мы точно это дело уже должны были закончить. Типа, чувак, ты, в принципе, можешь умереть уже, твоя функция выполнена. Благодарю покорно. Да. Еще и ядро подорвали, добрали. Так, Кора. О, сразу две штуки открыли. Тут все понятно. Так, надо первую способность ее использовать чаще. Тут непонятно, что делать. Это надо собрать 7 вещей. Я так понимаю, сундуков имеется в виду. Все, мы возвращаем Рекса вперед. Ния, ты, пожалуйста, там, не знаю, давай Драмарха вперед. Как там, а как вас поменять-то? Замечательно. О, а тут новая зона для ныряния. Можно пойти проверить, что там. Или нельзя. Ага, вот они добрались до заброшенной фабрики. Мне предлагают осмотреться. Нашли окно, в которое можно забраться. Да, надо пошариться. Так, ну, давайте сначала посмотрим, чем нас порадует вот это место для ныряния. Time for some treasure hunting. Так. И... А. All right. Oh, I love the smell of salvage. О, большой улов, неплохой такой. Приятно. Это барахло собрать надо. Думаю, в какой-то момент мы начнем зарабатывать на золотые эти баллоны с воздухом, потом продавать это все дело, и деньги быстрее пойдут в руки. Ну, а уже обследовать эту заброшенную фабрику мы будем с вами в следующей серии. Так что эта серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.